А ми дуже щасливі. Правда, Андрій? Я дуже щасливий. Всі побачили моє обличчя. Ми дуже щасливі. Чому? Тому що до нашої студії завітала наша улюблена гостя, яку ми завжди зустрічаємо з величезною радістю. І хочу вам нагадати, Анна Нечепуренко – головна редакторка журналу VIP Club. І сьогодні будемо говорити про новенький номер журналу VIP Club, який вже у Андрія в руках. Ось тому він такий щасливий. Так, ну я вже тут трохи полистав, що можна почитати, дізнатися. Рубрика «Персона номеру». Хто? Хто це Олександр Вірошенко, якого можна побачити на обкладинці? Доброе утро. І персона номера февральського випуска – бізнесмен, який робить Мальдіви в Приморске нашим, Запорожском. Ну, мы всегда в поисках интересных людей, которые что-то делают для Запорожья или для Запорожской области. Ну, такое, что нашу область поднимает на новый уровень. Но описывая интервью, рассказывая, беседуя с человеком, мы говорим не только о стороне его бизнеса, да, что он сделал для города и области, а всегда пытаемся узнать чуть больше про семью, про его взаимоотношения. И вот этот герой, ну, просто наш редакция в восторге именно от его взаимоотношений с супругой, о том, как он ценит семейные, ну, вообще, вот, семью, да, своих детей. Например, на страницах журнала показан слепок их рук всей семьи, вот как бы такой вот они... Так мило! Да, да, очень трогательно. Например, вот сколько они вместе, супруги, он ни разу не снимал обручальное кольцо. И вообще то, как он рассказывал, по-моему, они через две недели пошли в ЗАГС, вот насколько... Зараз просто герои всім жінок. Усі дівчата побігли купувати журнал, а ви просто почитати, що цей герой із романів, він просто є, існує і живе у нашому місті. Ну, тим часом тут на розвороті голосування за кращих персон. Да. Номер, який виходили протягом року. Прошлого года, голосування, да. Так? Смотрите, тут 61 кандидатура, да, на звання лучших персон 2019 года, і голосування за лучших персон буде уже сьогодні відкрито в 9 утра на нашому сайті. Відкривається голосування, буде длитися в течение місяця з 6 февраля по 6 марта, а результати ми потім традиционно об'явимо на нашей церемонии награждения лучших персон года. Дату, которая еще неизвестна, мы объявим ее в соцсетях и в ближайшем выпуске. Мы будем ждать с нетерпением на цей день. И еще знаем, что вы стежите за теми героями, которые появлялись раньше на сторінках вашего журнала, они появляются и теперь. Что это за тенденция такая? Вы просто не выпускаете их из выгляду? Да, мы заметили, что хорошая примета попасть к нам на страницы журнала. Потому что у людей бывает это само по себе для них прорыв, да, рассказать для огромной аудитории о своих успехах, о своих достижениях. И это помогает им просто, ну, перейти на следующий этап. Бывает, что просто, ну, человек настолько интересен, настолько у него в жизни все бурлит, и через время мы понимаем, что просто есть еще что, о чем рассказать. И вот я наблюдаю, что вот, например, в этом номере у нас, по-моему, 4 есть персоны, которые уже были на наших страницах, и мы сейчас просто рассказываем, что и как с ними произошло теперь. Вот, например, Сабина Сафарли и со своим супругом Александром, они были на обложке 4 года назад. Сейчас мы пришли к ним в рамках нашей рубрики «Один день с». Мы пришли к ним на репетицию, посмотрели, как они готовятся к корпоративу, как вот настраивается группа. И дали им журнал посмотреть, вот, в котором они появились 4 года назад. Насколько было их удивление, что они там перечисляли свои мечты и говорили там, не знаю, о новой машине, там, доме. И ну, все справдалось. Да, и они были с таким удивлением, смотрели, что как, ну, это все уже мы смогли реализовать. А можно я свои мрії вам також расскажу? Да, конечно. А скажите, как часто герои рубрик «Віп-холостяк» та «Віп-холостячка» після потрапляння на сторінки вашого журналу стають вже героями рубрики «Віп-пара», приміром? Вот как раз в этом номере у нас есть рубрика, ну, вот как, где мы конкретно следим за героем прошлых лет, прошлых рубрик, и там наш
VIP-холостяк, показывает уже свою семью с двумя детьми и рассказывает о том, как произошло их знакомство, насколько повлиял VIP-клуб на это. Ну, интересно, ну, что мы поєднує серця. Да, это точно, да. А от ще я хотіла зачепити таку класну тему. Ви тепер не тільки друковане видання, ви ще свої казки, які пишуть діти, тепер транслюєте на YouTube-каналі. Це... Розкажіть, будь ласка, про цей проект. Ну, вообще все началось с того, что мы начали публиковать сказки, но их пишут не только дети, их пишут и взрослые, известные взрослые, и к ним рисуют иллюстрации. И эта тема настолько понравилась нашей аудитории, и читателям, и писателям, и стало этих сказок очень много, и они стали разнообразны, интересны, и появилась идея совместно с... звукозаписывающей компании создать проект, где эти сказки будут начитывать известные люди. И, в общем, такая коллаборация лидеров общественного мнения вот в таком сказочном формате очень нам зашла, нам понравилось. Я надеюсь, что люди смогут воспользоваться этими сказками, например, по дороге в какое-то путешествие или ночью перед сном поставить с чудесным голосом, слышать интересную сказку от запорожских людей. Вот это одна з моїх найбільш улюблених рубрик, окрім VIP-холостячки, це «За порогом ЗП». Да. Про історію запорожців, які поїхали за кордон, там живуть, прославляють наше місто. Кто цього разу став героем цієї рубрики? Опять же, девушка, которая была 5 лет назад у нас в номере, она рассказывала, она уже вот на этот момент, она уже дважды чемпионка мира по ушу. И тогда мы подняли специально эту публикацию, посмотрели, она тогда мечтала поехать в Китай. И говорила, вот делилась этой своей мечтой на страницах журнала. Вот сейчас она в Китае, она героиня множества китайских фильмов, в которых у нее просто нет конкурентов, потому что она и владеет оружием, и вот боевыми искусствами, и она там просто очень яркая внешность для них, просто чрезвычайная. Как написала китайская Лара Крофт, да, действительно. У нее там большие успехи. Мы продолжаем следить за нашими героями даже тогда, когда они... далеко. Рубрика «Чудернацька» трошки, як на мене, але вона мені дуже подобається. Це про неймовірних тварин, якими володіють наші мешканці Запоріжжя. Я кожного разу читаю, і у мене просто мурахи від того, наскільки різноманітними бувають смаки господарів. Що цього року вже з'явилося на сторінках журналу? В цьому номері у нас продовжується рубрика о том, як ми допомагаємо животним знайти свій дім. Вот, кстати, вот, да, пират. Мы сейчас предлагаем, да, обратить внимание на пирата. То есть «Хорошие лапы в хорошие руки» называется у нас эта рубрика. И мы пытаемся переломать стереотипы. Обычно люди берут к себе животных, которые маленькие, вот, которых можно воспитывать, только вот взрослеть вместе с ними. Но на самом деле судьбы вот таких животных, как пират, их история, и говорят о том, что забота нужна не только щенкам, но и взрослым животным. И мы стараемся показать, что есть герои, скажем так, претенденты на сердца наших запорожцев. Сподіваємося, що пират знайде свій дім, і ця рубрика буде процвітати, і ви будете знаходити для гарних рук гарних тварин і гарних улюбленців. Я хочу нагадати, що сьогодні до нас у гості завітала чудова Анна Нечепуренко, головна редакторка журналу VIP Club. Говорили про новий номер, він, до речі, вже доступний для того, аби ви його придбали та почитали. Ну, а ми рухаємося далі, і прямо зараз будемо говорити про тих, хто робить усе, аби потрапити на шпальти до відомих глянців. Про зірок. Які плітки цього разу будемо обговорювати, дізнаєтесь прямо зараз.